Блокчейн основательно утвердился в системе логистики и судоходной отрасли. Samsung Electronics пополнил ряды значительно сокративших логистические расходы за счет блокчейна. Экономия составит порядка 20%. Используя технологию в регистрации и отслеживании импортных и экспортных грузов, компания также значительно сократит время доставки товара конечному пользователю. Напомним, что в 2017 году именно компания Samsung была выбрана властями Сеула для внедрения блокчейн-технологий в муниципальное администрирование.